Всем привет! Решили сегодня мы снять вложик, показать красивую осень в Подмосковье в октябре. Тепло, решили с детьми прогуляться, сходить, попробовать грибочки пособирать. На той неделе нам повезло с грибами, много маслят было, белые попадались. Вот. Чуть-чуть лисичек было, посмотрим, сегодня нам повезет или нет. Погода просто чудеснейшая. Если бы не лес, как бы куртки можно было не одевать. Очень тепло. Вот. Это наша деревня. Милая, красивая деревня. Да, сынок? Зашли мы в лес. Красота здесь. Солнце светит. Вот только зашли. Пойдем посмотрим. Пока что одни мухоморы нам на пути встречались. Так. Слышишь, ты долго у меня по карманам будешь лазить? Что, нашел резинку? Да. Ну, Вика как раз просила. Интересно, повезет нам сегодня? Или нет? Только я проговорила, и Вика находит грибочки. Давай, срезай. Молодец. Вот, Вика, молодец. Сразу. Они обычно викулета. Рядышком. Смотри, может быть, еще где-то. Можешь не увидеть, они малипуренькие будут. Ну вот и я нашла. О, слушай, каменная роза, как у Ваньки у нашего растет. Представляешь? Нашла только что. Не очень, конечно, большой, но благородный. Мама. А мы идем дальше. Идем, а что-то грибы перестали нам попадаться. Да, Ивашка? Да. Ой, запах здесь великолепный. Картины прям писать. Пошли, Вань. Ищем дальше. Всего один боровичок нам попался. Остальные все однотипные грибочки. Грибочки. Ты смотри тоже под этими. Под хвойными. В общем-то, мы уже насобирались. В общей сложности у нас получилось одно маленькое ведерко. Так как у нас вот этот парень пить срочно, воды не взяли. Ну и сильно глубоко не стали мы заходить. Завтра папка приедет наш с работы. И мы поедем поглубже в лес заедем. Поищем грибочки. Хватит нам пока. Нарежем, заморозим. Машин сегодня столько. Обычно, когда мы на машине по лесу, хоть бы одна машина нам попалась. Сегодня прям активити какая-то. Здесь, кстати, рыбалка рядышком. Платная. Возможно, народ объезжает окольными путями, чтобы не платить. Собирают. Ой, ловят рыбу. Что-то мы в обратном быстро, да, добежали. А, сейчас мы пойдем. Рядом с нашей деревней есть СНТ. Там есть магазинчик маленький. Немножко продуктов надо прикупить. Собаке кашку сварить. И будем делами заниматься. Покажу сейчас вам попозже свой подарок, которым я мечтала, хотела в большем количестве. Ну, еще позже прикупим. Будем сажать. Очень довольна. Я не знаю, сама буду или нет. Возможно, я дождусь мужа, чтобы он это все сделал. С меня копатель еще тот. Так что. Отходи с дороги, уходи с дороги. Пошли. Листопад. Сходили мы в магазин. Немного прикупились. Идем.
сторону нашего дома. Нам повезло, что в СНТ есть магазинчик. Иначе бы пришлось бы писать через пару деревень. Что, пойдем также по дорожке или вокруг? Вон наш домик, я вижу отсюда. А я откуда знаю, сама первый раз пешком иду. Пойдем. Мы почти дошли. Уютненько так в этих деревнях. Прикольно. Колодец. Да. Пойдем. Под ноги, главное, смотри. Вагончик. Сынок, давай, давай. И вон себе яблочко даже нашел. Под яблоней. Ну, попробуешь. Может, не кислая? Ну, я буду кислая. Да? Да. Витаминчики, да? Да, это такой витамин. Да, вон наш теремок виднеется. Мама, я хочу попробовать каштаны. Каштаны попробовать? Да. Можно я не вообще? Я не пробовала. Иди по левой стороне, зачем здесь травянистая такая вся. Сторона. Ну чего, папка нам завтра карниз повесит. И будет здорово. И Куля, что ключ не взяла? Ванюш, давай турбину включаем. Мама, а ты ключ не взяла? Взяла, конечно. Тетка, вот заходите. Пришли, наконец-то. Да. Здесь у меня пионы. Сказали, надо их срезать. И сверху вот акустиками приложить. Даже не знаю, получится что-то. Ириса мои. Домик мы хотим все-таки на холодное время в дом занести. Решили. А вот и мой подарок на день рождения. Моя мечта. Я хотела побольше, но ладно. Удовольствие не из дешевых. Пока это посадим вдоль забора, хочу этого и этого. Моя бы воля, я вообще бы все засажала. Засадила бы этими туями. Че, котенок, как цветок там наш? Все уже отцветает. Красота наша. Иду. Выпускай, иди, Семку. О, мама, моя папа такая белая. Выпускай собаку. Ну, иди, открывай дверку. Вот он. Вот он. Симба. Вот он. Ёлки опять все попадали. Спать не. Симба. Вот он. Вот он. Охранник. Кто там? Кто там? Кто там? Вот она, собака наша. Вот она, любимая собака. Тихо, не попадайте. Вот так вот. Вот так он умеет. Вот она, собака. Ай, да, счастье, счастье у тебя тут. Здесь надо тоже порядок наводить, наставили. С транспорта. Мы отобедали. И сейчас у нас чаепитие. Да, Викусик? Викусик, ну повернись. Решили попить чайку. Анюша, ты чайку? Зайчик. Сёма. Ты будешь чаёк, Симба? Симбочка. Ой, моя собака. И моя собака любимая. Ой, любимка. Любимка. А ты будешь чайку, любимку? Мама! Чего? Понятно. В общем, походу только я. Денежку тебе положить? Да. А сколько тебе положить денежку? Одну денежку. Одну денежку? Да. Ну ладно, положу. Конвертик от моего подарка с дня рождения остался. Вот так вот, хотела побольше на улице посидеть.
В итоге меня вырубило. Уже вечереет, уже 6 часов. Темнеть начинает. Уже не так тепло. Завтра мы будем наконец-то сажать туи. Тут не... А они опять попадали. Надо поднять, пойти. И все-таки вышла на воздух. Немножко прогуляться. Возле нашего дома так здорово тропинку протоптали. В общем, теперь у нас проходной двор здесь. Возле нашего дома. На заднем дворе там дорогу сделали. В это выстригли. И, видимо, людям стало здесь удобно ходить. Прям приличная такая дорожка. Душ наш. Пойдем посмотрим. В прошлый раз 2 огурца было. У нас смородинка уже все. Сейчас я вас... Ой, пушистый. Да, нормально так подремала средь бела дня. Я чувствую, что я заболеваю. Поэтому решила немножечко. Посмотрим, что-нибудь выросло еще или нет. Ну, конечно, надо бы подстричь. Завтра займусь этим вопросом. Вот наши кустики. Чмустики. Смородинка. Красная. Все забываю. Таблички какие-нибудь посмотреть на них. Там вишня и сливы. Ну, те нормально вроде стоят. Это у нас типа это удобрение. Посмотрю. Хрен, кстати, прижился. Здесь у нас типа такой-то импровизированный огородик. Ой, что-то... А, ну все, конечно. Ну хорошо, что я в прошлый раз сняла эти 2 огурца. Не, ну все, конечно, уже октябрь. Какие нам огурцы? И то удивили, что хоть 2. Не, все. Ну, славно. Импровизированный наш огородик. Хотела название смородины и крыжовника написать на дереве. Короче, уже все. И ежевика, кстати, тоже. Одна веточка прижилась. Вот она, дорожку сделали. Вон промятый проходик. Нос сопит. Даже тяжело. Ой, какое небо. Обалдеть. Покажу. Сейчас где дорогу сделали у нас. Вот она. Дорога теперь. Красиво. Но здесь у нас, конечно, трава еще не кошена. Когда этот триммер приоплетется, тогда выкосим. Потому что у нас еще вон туда у нас участок есть. Отдельный, небольшой. Может быть, по весне. Надо будет точки, чтобы нам поставили. Что-нибудь там придумать. А потом посижу на лавочке чуть-чуть. Воздухом подышу. Поскорее бы уже завтра посажать эти красотулечки мои. Вообще люблю обустраиваться. Карнизы хочется уже повесить. Завтра он поедет шторки покупать, будем по видеосвязи выбирать. Я примерно знаю, что уже хочу. Вон. Посмотрим, что будет по наличию. Ой, не скажешь, что их тут 12 штук. Обожаю. Это самое мое любимое дерево с детства. Уже хочу посадить скорее. Хочу скорее еще купить. И там что-то промяли. Ой, интересно. С цветами не знаю, что делать. Можно их сейчас выкапывать, нельзя.
Или пока на ту сторону сажать, чтобы здесь не трогать, раз уж цветы сидят. Блин, я даже не знаю, как правильно. У меня такой огородник. Я же еще не знаю никаких тонкостей. Это мы сирень посадили. Вроде нам сказали, что мы близко посадили. Мне кажется, нормально. Есть где и разгуляться. Это Андрейка поддон делал для домика. Чтобы не по траве ребенок шлепал ножками на эту штуку. Классно. Ладно, пойду посижу чуть-чуть. Со своими туями и грибами, которые я до сих пор не обработала. О, ненавижу болеть. Кто идет? А ну иди оденься. Холодно, лапусик, давай. Давай иди оденься, я тебя жду. Я укуюсь. Ну хотя бы шапочку одень, а в пледик я себе к себе закатаю тебя. Закатаю. Пупсик. О. Ну пойдем посидим с тобой. В общем, хотела я вам закат показать. Виктория сейчас будет грибочки резать, я их помыла. Но уже темно. Уже потемки. Не видно ничего. Совершенно. Я опоздала. В комнате, конечно же, бардак, потому что у Ивана игры полным ходом. Пойдет спать, будем убирать. Мама, иди сюда. Семочка налопался, да, Симба? Иди, моя зойка. Ой, ты моя зойка. Иди, хорюся, собак. Ваня, тут мультики смотрит. В общем, вот такие дела у нас вечером. Пылесос Ваня тоже, как игрушка у него была тут. Иду. Я буду продавцом, да? Да. Ладно. А я покупать. Хорошо, денежки-то есть? Да. Вот он кошелек, там все деньги. А посуду ты что раскидал, ты мне скажи? Здесь икеевский пакет надо разобрать, там новые всякие штучки здесь для кухни. Мама. Симба решил на ночь глядя пойти прогуляться. О, какая красота в небе. Цветочек мой уже отцветает. Все, наверное, сегодня я уже снимать ничего не буду. Сейчас детки перекусят и будем укладываться. Кто фильм смотреть, кто чем заниматься. Не сегодня темнее небо, кстати. Вчера было намного светлее. Все, всем пока.